токарь, слесарь, и сборщик, и плотник, кто в цехах, кто с лопатой в саду. Комсомольский проходит субботник по стране, как в 20-м году. Труд ударный, великая школа, и работа кипит горяча, и в наглядных делах комсомола оживают слова Ильича. Трудовым экзаменом на верность ленинским заветам стал всесоюзный комсомольский субботник, проведенный 3 октября в честь 50-летия выступления Владимира Ильича Ленина на 3-м съезде комсомола. Город светлый. Еще каких-то 10 лет назад напрасно стали бы искать его на карте Калининградской области. А сегодня в этом городе вышли на комсомольский субботник 2000 молодых людей. Именно молодежь – зачинатель всех славных дел в городе. Ведь средний возраст жителей составляет здесь 25-26 лет. Вспоминаются слова Ленина из речи на 3-м съезде комсомола, что каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь должна решать практически ту или иную задачу общего труда. Пускай самую маленькую, пускай самую простую.